Люди замечают, что самой ужасной стала дорога по улице Алтынсарина, которая является одной из основных в старой части города. Никто ничего не делает. Сам на машине ездил. Вообще ужас просто. Надо делать, особенно Алтынсарина, вот уже сколько, месяц или два здесь дорога такая. Ну, что сказать, Акимат вообще ничего не делает. Ну, для меня они хороши, конечно, но для водителей, наверное, по-другому. А так нормально, для пешехода пойдет. Водители могут сказать, какие. Дороги не очень, особенно в старой части. Вот Алтынсарина, например. Надо качественно делать, чтобы каждый год не переделывать ямы везде. Ранее в старой части города уже был отремонтирован участок дороги, ведущий от автовокзала к улице Ломоносова. Там подрядчики управились за день-два. Что касается улицы Алтынсарина, пока неизвестно, есть ли в плане ремонта данная дорога. В городском отделе ЖКХ по этому поводу пояснений пока не дали. Тамирис Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».